считаю, что один из лидеров нашей команды, Шабанов Али, это призер чемпионата мира, 74 килограмма. Надеялись, ну, я вам скажу, как минимум медаль, это минимум. Конечно, надеялись на большее даже. И, в принципе, после первого дня жеребьевки и после первой схватки, когда он выиграл основного соперника в подгруппе, это грузин, который неоднократный там призер чемпионата мира, Европы там, и так далее. То есть оставался венгр и оставался немец. Это достаточно сказать так, не самые сильные борцы в этой весовой категории. И я думаю, что он просто немножко недооценил силу, перестроиться в схватке не смог и проиграл венгру, то есть в такой равной борьбе. Не показал ту борьбу, которую он показывал на чемпионате мира. Ну, будем разговаривать, чтобы человек понял, либо он здесь, либо с нами, либо он здесь тоже остается. Два варианта. Поражен, не расстроен, поражен. Я просто представляю его состояние, состояние его близких. Это на самом деле не объяснить словами. Он должен был бороться в финале и выигрывать, я думаю, там. По его борьбе, то, что он показал на мире, других результатов от него никто не ждет. Али Шабанов, словно Сослан Дауров, у грекоримлян, возможно, попался на волнение родного ковра. В присутствии друзей и родственников, даже у опытных борцов, начинаются проблемы. Когда дали чемпионат Европы в Дагестане, наши дагестанские легионеры все там, ой, как хорошо, ребята, посмотрите, это будет для вас самый тяжелый чемпионат Европы, который был. У вас столько друзей, столько знакомых, сколько родственников, что вам не дадут даже размяться.